Всем привет, у меня в руках планшет от компании Cube iWork 8 Air. Это мой первый планшет от этой компании, поэтому мне было очень интересно с ним ознакомиться. Этот планшет интересен тем, что у него неплохое железо, у него интеловский процессор, у него две операционные системы, Windows и Android. И давайте сегодня попробуем определиться, для кого вообще этот планшет нужен, какие у него показатели по автономности, справляется ли он с игрушками, как он работает на Windows. И начну я этот обзор немножко нестандартно, начну я рассказывать про Windows. Я так подозреваю, что многие люди, кто будут пользоваться этим планшетом, будут рассматривать в первую очередь его к покупке только из-за того, что в нем есть поддержка Windows. Причем Windows не какая-то старая, а полноценная, вполне себе 10-я версия Windows. Сразу по косякам скажу, что Windows почему-то, не знаю почему, не смогла переключиться на русский язык. Вот я, в принципе, захожу в меню, выбираю здесь регион и языки, и почему-то он, вот Россия выбран, и здесь у меня выбран русский язык как основной. Почему-то он их не подгрузил, хотя Wi-Fi я подключил. Может быть, нужно ее обновить, и только после этого она разрешит мне установить русский язык, потому что везде английский язык. На других планшетах, где у меня было две операционных системы, это все делалось без труда, и русский язык устанавливался автоматически. Он подгружался из интернета, и после этого весь интерфейс был на русском. Может быть, конечно, виной тому то, что я не совсем разобрался с тем, как все-таки пользоваться. Может быть, еще в чем-то причина, но сам факт остается фактом. Почему-то русский язык не заработал. Но в принципе и так понятно, где за какие настройки какие отвечают иконки. То есть здесь у нас Wi-Fi, здесь у нас проверка батарейки, здесь у нас клавиатура, здесь можно настроить дату, время, здесь у нас уведомления, кнопка пуск и все в таком духе. Я думаю, что без труда разберутся все те, кто имел дело с Windows когда-то. Но этот планшет, он не является супермощным, поэтому он, как видите, я делаю много различных действий, и как видите, он их выполняет спустя какое-то время. Почему? Потому что он не рассчитан на то, чтобы вы прямо, чтобы он летал, чтобы вы делали все очень быстро. Это такой планшет для неспешной работы. Запустить какой-то мультфильм для ребенка, что-то почитать в интернете. По поводу автономности, на максимальной яркости в режиме Windows этот планшет проработал у меня где-то в районе, возможно, 3 часов, плюс-минус. На Android это время увеличивается порядка на 40-45 минут, где-то около часа. То есть получается где-то в районе 4 часов автономности у вас будет. Как видите, вот все подгрузилось, то, что я там понажимал, понатыкал, но это не меняет суть, этот планшет все равно не является, скажем так, планшетом для быстрой работы. Это такой, знаете, девайс, кстати, и цена об этом говорит, это девайс, который позволяет просто запустить винду и на ней что-то делать, не спеша. По поводу работы, у вас здесь будет полноценная Windows, никаких ограничений, вы сможете пользоваться всеми теми возможностями, устанавливать все эти приложения, программы, как и на обычной Windows. Сюда вы можете подключить мышку, клавиатуру, это можно сделать при помощи OTG кабеля, который идет в комплекте, и вы подключаете в micro USB порт этот OTG кабель, и туда вы можете нацепить, например, уже хаб, и к этому хабу подсоединить и мышку, и клавиатуру, и возможно даже какой-нибудь нескоростной жесткий диск, ну в частности SSD или может быть 2,5-дюймовый диск. В целом по винде у меня никаких претензий нет, единственное, что железо здесь не супер мощное, поэтому винда, как видите, работает не очень быстро. По поводу переключения Windows и Android, все это делается тоже очень просто. Я сейчас переключусь на Android и потом покажу, как из Android переключиться на Windows. Чтобы выйти из Windows и зайти в Android, нужно выключить полностью планшет и запустить его с кнопки включения. После этого у вас появится выбор системы, вы можете выбрать либо Windows, либо Android. А чтобы зайти из Android в Windows, я сейчас покажу, как это нужно сделать. Нужно просто удержать кнопку включения, после этого у вас появится стандартное меню перезагрузить планшет, выключить планшет, и в самом верху у вас будет такой элемент меню, как Boot to Windows, то есть зайти в Windows. Пока загружается Android, я расскажу немножко про саму винду уже напоследок. Скажу честно свое слово, да, конечно, этот планшет дешевый, да, конечно, он является таким компромиссным решением планшета с двумя операционными системами, но как по мне, так винда здесь все-таки работает, ну, не очень быстро. Хотелось бы, чтобы она работала побыстрее. Знаете, как старый, такой старый нетбук, возможно, вот такое сравнение. Поэтому, если вам очень нужна винда, то здесь она будет, да, она будет работать, но комфортной эту работу я не могу назвать. Поэтому это в первую очередь Android планшет. И сейчас загрузится Android, пока он загружается, я расскажу немножко про автономность. Автономность у этого планшета неплохая, при максимальной яркости на Android у меня выходило где-то в районе 4 часов. Если яркость понизить, к слову сказать, вот диапазон яркости у нас вот такой, камера, конечно, это все может не передать, но яркость, в принципе, пониженная довольно неплохая, и дома можно
экономить заряд батареи, либо где-то на работе, понизив яркость. Высокая яркость, на максимальной яркость планшет хорошо отрабатывает при ярком свете, но на прямых солнечных лучах он, конечно, не будет справляться, так как здесь все-таки установлена не супер крутая матрица, но эта матрица хорошая, качественная и передает хорошие сочные цвета. Как видите, краски здесь просто отменные, углы обзора тоже очень хорошие. Все-таки это не флагманский планшет, поэтому ожидать, что здесь будут какие-то супер показатели, это не совсем правильно. По поводу Android, здесь он работает отменно, не так, как Windows, то есть здесь все четко, запустили настройки, зашли о планшете, зашли. Никаких тормозов и глюков, все работает плавненько, неспешно, но при этом планшет справляется с основными задачами, можно свободно лазить в интернете, можно свободно играть в игрушки. Я протестирую сейчас, как он справляется с игрушками. Я установил сюда Асфальт 8, я уже установил сюда Skype, я уже установил ВКонтакте, браузер, протестировал. Планшет, в принципе, отлично справляется, никаких сложностей для него не возникает. По крайней мере, за эту стоимость этот планшет является, ну, чуть ли не идеальным, потому что здесь и две системы. Единственное, что мне не понравилось, это то, что здесь нет в комплекте зарядного устройства. Это какая-то, знаете, проблема, потому что китайцы, если экономят, то начинают экономить не на том, что нужно. В частности, они сюда в комплекте положили цветную инструкцию, которая тоже стоит денег. Вместо этого лучше бы потратили эти денежки на зарядное устройство. Не знаю, почему они так сэкономили, но зарядное устройство вам придется докупить. Также они сюда наклеили защитную пленку, которая тоже как бы стоит денег. Там по чуть-чуть накапливается определенная сумма, которую можно было бы более разумно потратить, как я считаю. Но я размышляю уже как потребитель, а не как бизнесмен, который хочет навариться на разработке планшетов. Вот этот чехол я тоже покупал в Gearbest. Забыл сказать, планшет мне пришел с Gearbest. Кому интересно, ссылка будет в описании. Там на него была очень вкусная цена, дешевле, чем на AliExpress. Я оставлю ссылку и на AliExpress, и на Gearbest, а вы уже посмотрите, где вам интереснее, где вам более выгодно купить. Чехол я покупал там же, был белый, черный и синий цвет. По чехлам цвета очень быстро заканчиваются, поэтому если вы опоздаете, то на белый или там на синий вы можете не попасть. Останется только один какой-то, либо два цвета. Так что, если хотите хороший, оригинальный, а это реально оригинальный чехол, качественный, и который будет, ну, просто выверен полностью везде, по всем зазорам, по всем портам, он будет отличный, то такой чехол обязательно нужно прикупать уже сейчас. По поводу кнопок, они здесь металлические, как мне показалось, возможно, пластик, но очень качественный. По поводу кнопок, они не люфтят, они отрабатывают отлично. Это кнопка у нас включения, выключения, разблокировки, качелька громкости. Эта кнопка я так и не разобрался. Кто знает, напишите в комментариях, зачем нужна эта кнопка. Здесь у нас есть 3,5 мм гнездо, стандартные наушники сюда можно воткнуть, микро HDMI порт, сюда можно подключить любой монитор, в принципе, и выводить изображение на монитор. То есть вот эту штуку можно использовать как системный блок. Вы просто сюда втыкаете OTG кабель, к нему подключаете мышку, клавиатуру, сюда выводите все на экран, и это у вас системный блок, который вы запускаете Windows и можете из-под этой винды как бы делать все, что хотите. Здесь у нас камера. По камерам сразу скажу, что эта камера, что это, они обычные, ничего сверхъестественно, просто камеры. Ну, как бы для не слишком искушенных пользователей, я думаю, что подойдут. Но так как я человек уже разбалованный хорошими снимками, то мне эти камеры, честно говоря, не очень понравились. По чехлу, чехол отличный, достойный, мне он тоже понравился. И, конечно же, так как он оригинальный, он из качественных и приятных материалов. Здесь у нас в планшете установлен процессор Intel, и, следовательно, планшет не обладает такими проблемами, как чрезмерный перегрев, как прожорливость. Да, здесь невысокая емкость аккумулятора внутри, и, конечно, автономность здесь невысокая. Нету таких запредельных чисел, как 8 часов работы экрана, 10 часов работы экрана. Но для этого планшета, для этой батарейки, для этой ценовой категории это хороший результат, как я считаю. Для зарядки необходим блок питания на 5 вольт 2 ампера. Обязательно это учтите, когда будете выбирать. Если кому-то интересно, я могу вам скинуть в описании ссылку, где вы сможете купить фирменную зарядку Cube на Gearbest, либо на AliExpress. Поэтому, кому интересно, можете задавайте эти вопросы, я отвечу. Если я что-то забыл, вы пишите об этом в комментариях. А сейчас продемонстрирую, как он справляется с игрушками. В целом, по планшету мне понравился он очень. Особенно у него мне понравился экран, качество сборки. И мне понравилась цена. Не понравилось то, что он слегка задумчивый. Ну, не то, что слегка, он задумчивый. Серьезно задумчивый при работе с Windows. Мне не понравилось то, что в комплекте нет зарядного устройства. И, еще из плюсов, то, что в комплекте сразу идет пленка на экран защитная. Это, конечно, тоже плюс.
плюс. По поводу чехла. Чехлы есть и на GearBest, и на AliExpress, так что аксессуары вы сможете для него найти без проблем. Так же, как и зарядное устройство, тоже можно найти без проблем. В принципе, с ним можно использовать не только зарядное устройство Cube. Любое хорошее фирменное зарядное устройство на 5 вольт 2 ампера вы можете сюда подключить. Но желательно, чтобы это было действительно фирменное устройство. Samsung, там HTC, может быть, там, я не знаю, еще какое-то. Или там даже от того же Xiaomi. Но чтобы это было фирменное. Чтобы не было какая-то залипуха, которая не будет давать нужный ток, или у которого будет просадка по напряжению, чтобы данный планшет заряжался быстро. К слову, по зарядке он заряжается очень быстро, где-то в районе, наверное, 2,5-3 часов до 100% с нуля. Так что здесь тоже молодцы, поработали. В этом плане он мне понравился. По звуку. Звук из наушников обычный, ничем не примечательный, просто нормальный звук. Неискушенным пользователям он понравится. Ну, людям, которые меломаны, они изначально не будут рассматривать этот планшет как устройство для прослушивания музыки. По звуку из динамика вы послушаете, как я буду играть в игрушку, я включу звук на максимум, вы послушайте, насколько громкий звук. Мне звук понравился, звук довольно чистый, баса, конечно же, нет, звук плоский, но при этом звук неплохой, скажем так честно, за эти деньги это неплохой звук, и в принципе громкость тоже неплохая, но если вы хотите музыку, например, погромче, да, на планшете, или брать его куда-то с собой, смотреть фильмы где-то в шумных местах, лучше или слушать через наушники, или прикупить колонку, потому что звука будет не хватать. Я думаю, что по этому планшету я сказал все, если какие-то вопросы есть, задавайте их в комментариях. Планшет мне понравился, лично мое мнение, за эти деньги планшет неплохой. Конечно, фраза избитая, но на самом деле это так, все имеет свою цену, и этот планшет стоит своих денег. Да, он не новый, ему уже где-то полгода, но на данный момент он довольно актуален. У него 5.1 Android, у него винда 10, у него неплохое железо, 2 гига оперативки, так что с основными задачами он, конечно же, будет справляться. Ну что ж, приступаем к тестам. Всем хорошего настроения, спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не поскупитесь на поддержку этого видео, на то, чтобы поделиться им в социальных сетях со своими друзьями. Ну и, конечно, все ссылки будут в описании, там, где купить и все остальное по данному планшету. Если вам нужна прошивка, то на данный планшет, насколько я знаю, есть прошивка в интернете, так что если кому-то очень нужно, можете также задавать вопросы все в комментариях, я постараюсь помочь, чем смогу. Не забудьте подписаться на канал и на группу ВКонтакте. Всем пока! Ну что ж, Асфальт 8, планшет Cube, громкость на максимум, качество тоже стоит максимальное. Напоминаю, что у планшета разрешение Full HD, поэтому справляться с игрушками ему будет не так-то просто. Звук, как видите, как слышите, да, довольно громкий. Но игра, не сказал бы, что прямо идет плавно. В целом неплохо, но плавности не хватает. Где-то в районе 25, может быть, 23 кадров у нас. О, отлично. В целом довольно играбельно. Если поставить качество где-то на среднее или минимальное вообще, то играть будет вообще супер. Как видите, звук довольно громкий у планшета.